Областной госавтотехнадзор начал операцию «Снегопад». Теперь особое внимание инспекторы будут уделять контролю за очисткой территорий от наледи и выпавшего снега и качеству обработки пешеходных тротуаров и автомобильных дорог противогололедными реагентами. Проследят сотрудники надзорного ведомства и за утилизацией собранного коммунальщиками снега. До начала серьезных снегопадов инспекторы будут следить за борьбой с гололедом, а также займутся проверкой мест, предназначенных для приема снега, снегосвалок и снегоплавильных установок. Они должны быть огорожены с обустроенными подъездами и вмещать весь объем выпавшего снега. Словом, содержаться в полном соответствии с требованиями благоустройства объектов и территорий.